Здравствуйте, товарищи! На марше бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» с различными боевыми модулями дистанционного управления, которые позволяют решать служебно-боевые задачи в любых сложных условиях, обстановке и местности. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3, оснащенная комплексом динамической защиты, позволяющим многократно повысить возможности по сохранению личного состава на поле боя. Вот так вот бывает, когда приходишь на украинскую землю. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3 первого гвардейского Черкесского танкового полка. Командует парадным расчетом капитан Ренат Трафик.